В свои 65 лет бывший хореограф Игорь Арончик – образец стойкости, терпения и координации. По 2-3 часа в день он с закрытыми глазами исполняет сложнейший номер в рапиде на крошечном переносном постаменте. В молодости Арончик работал солистом танцевальных коллективов. Успел поучиться пантомиме у самого Леонида Янгибарова. После травмы занялся преподаванием и делал постановки в самодеятельных коллективах. В 96 году в Амстердаме у артиста украли бумажник со всеми деньгами. Несколько дней пришлось Арончику ночевать на улице. Тогда он и увидел живую скульптуру, на которую глазели туристы. Уличная пантомима тогда была экзотикой. Пример вдохновил и спас от голода. Приметив рядом на фасаде музея скульптуру живописца Рембрандта, Арончик придумал, как вместо статичного номера сделать целое представление. Соединение пластики, ушу, хореографии, пантомимы в единое целое, которое никто не может сегодня дать ответ, что это такое. Меня спрашивают, что это такое. Я еще не дал название. Представление имело грандиозный успех не только в Голландии, но и по всей Европе. В Риме и Париже возле артиста собиралось по 2-3 тысячи зрителей. Вскоре появились и подражатели. Как признается артист, некоторые движения для номера он позаимствовал у танцора Махмуда Эсамбаева, а кое-что взял из техники ушу. В Самару Арончик приехал в связи с присоединением Крыма к России. Многие подходят так, спрашивают один на один, как у вас, что у вас. Я рассказываю, что люди все в восторге, замечательно, они поют, танцуют, они все счастливы благодаря тому, что воссоединились с Россией.